по Львовскому кварталу снимаю. Вот так выглядит вечером он. Все деревья в этих в таких гирляндах светодиодных, они так все сияют. Красиво смотрится, в принципе. Так что тут же стройка идет рядом. Кладку ведут. Вот, елочки вот такие. Вот. Красота. Просто красота. Снимаю для своих земляков, стахановчан. Пусть посмотрим на эту красоту. Когда мы сидим там сейчас, и я там сидел до последнего. Без воды, можно сказать, без нормально воды не поступает там по графику, когда нет работы, когда нет много чего, продуктов по нормальным ценам. Тут все есть и красиво. И никто не запрещает мне снимать, в смысле. Я не боюсь снимать. Как в Стаханове последнее, в своем городе. Я не мог снимать открыто. Все время опасался. А здесь я могу снимать все, что хочу. Все освещается красиво. Вот они. Вот так. Все. Да. Вот так иду. Снимаю. Буду идти и снимать. Уже, конечно. То, что красиво, то красиво. Хотел я снять это все вечером. Вот и у меня сейчас получается. Я не знаю, как. Ну вот, как хотел, так и это. Хорошо здесь. На каждом дереве гирлянды. Вон. Маленького снимает тоже мама. Много строят здесь на Петропавловской Борщевке. Много, очень много строят.
Я 9 месяцев здесь не был, приехал, увидел уже те дома, которые закладывались, уже станы отделаны, быстро строятся. Быстро и красиво. Вот. Такие фонари. Красота. Просто красота. Ночной это львовский квартал. Еще лучше, даже не то, что лучше, а просто очень красиво и выглядит и ночью. С подсветкой. Елочки тоже все в этих гирляндах, светодиодных. И очень красиво смотрится. Это парк здесь, на Львовском квартале. Чистенько, светло, в смысле освещено. Красиво. Сейчас я вот сниму. Снимаю, да? Светодиодные прожектора. Тут тоже так очень яркие светят. Подсветки. Красиво. Ну и строители работают вот сейчас. Здесь рядом строят. Темно, я утром летаю. Днем снимал, сейчас этого уже. Вот как красиво. Вот продажи, тоже уже жилье продают, вся остановка, вот такая красота.